результат по той причине, что, скорее всего, если все получится хорошо, они будут здоровенькими, где-то в августе, в сентябре это везут в природу. Пойдут они там. Здесь они пока на отдыхе. Понятно. Чем кормят вообще? Молочная смесь. Но не в тех пропорциях, как кормят малышей, детей. Там пропорции немножко другие, делаются погуще, потому что состав молока медвежьего не похож на состав молока ни человечьего, ни собачьего, ни кошачьего, ни козьего. По их настроению тоже смотрим, погуще, погуще, покормятся гуще, гуще делаем. Но пока едят их, ушли какие у нас пузатенькие, хорошие и бодренькие, то самое главное. А вот сейчас взвешивали, я понимаю, не того взвешивали, а последний сколько есть, не понимаю. 2 840. Мы их прозвали, они появились у нас в феврале, поэтому на букву F. Как Александр Борисович говорит, нельзя животных называть человеческими именами, поэтому один у нас Фунтик, другой Фанни. Вот. И вот это новенький, Фунтик и Фанни. Они легче, поэтому у них